Всем привет! С вами снова я, Виталий. Снимаю свой сюжет у себя на хозяйстве. Долго не снимал, потому что было нечего снимать. Ничего интересного не происходило. Вот сейчас привезли щебень, чтобы засыпать наши фундаменты. Ну, сделать подушку под фундамент. Сюда привезли пару КАМАЗов. И сюда еще привезли 12 КАМАЗов. Щебень крупный, с глиной. Ну ничего, нормально будет. Вот. Снег чуть-чуть подтает. Будем засыпать. У нас все замело. Здесь вот у нас было под овчарню сделан, выкопан фундамент. В результате уже не видно его даже практически. У нас еще одно радостное событие. Сегодня нам родила козочка. Так долго от нее ждали еще осенью. Ну, что-то пошло не так. Она, в общем, видимо, не залетела, скажем так. Вот, родила только сейчас. Сейчас я вам покажу. Родила одну козочку от козла Валентина. Козочка беленькая, сама коза рыжая, альпийка. Валентин у нас практически чистокровный зайненец. На 12,5% нубиец. А вот это, родила вот эта вот рыженькая козочка. Сейчас покажу у нее. Покажу у нее лялечку. Что такое? А? Что такое? Что такое? Что такое? А? Бешки-мешки. Ну-ка. Дай покажу. Вот такую вот крохотулечку девочку. Родила вчера, 29 февраля. Так что день рождения у меня будет раз в 4 года. Эй, иди сюда, красоточка. А, красоточка, иди сюда. Давай покажемся. Ну, давай покажемся. Вот такая вот козюлька. Козюлька, мазюлька. Оп. Угу. Так. Козюлечка, мазюлечка. Красоточка. Да. Еще у нас такой новый житель. Покажу сейчас. Хрячок. Поменялись на барана, на яшку. Для наших девок будет жених для розовых. Вот так больше ничего не произошло. Интересного. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Если не понравилось видео, можете поставить дизлайк. Ну и тем, кто не подписан, подписывайтесь. Пока-пока.